Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня распаковка посылок с AliExpress. Все ссылки на товары я оставлю внизу под описанием, в том порядке, в котором буду показывать. И первое, что я хочу показать, это граненые бусинки 4 мм. Такие бусины подойдут для изготовления изделий из проволоки бусин и бисера, для украшения в прическу на выпускной или на свадьбу. У продавца также имеются и другие цвета и разные размеры. Следующее – это металлические листики. Есть также цвета бронза и серебро. Такие украшения я уже использовала в своих работах. Следующее – это у нас кружевные элементы. Эту посылку я ждала очень долго, заказывала еще примерно в сентябре, дошла она только сейчас. Вот такой квадратный элемент или в форме ромба подойдет для галстуков или школьных бантиков. И еще в одной посылке пришли кружево в форме бантика. Также эти элементы больше подойдут на школьную тему. Ну, можно придумать что-нибудь и на Новому году, например. Так, дальше у меня это страусиные перья на ленте. Заказывал я первый раз вообще посмотреть, что это такое. Раньше я видела у других рукодельниц и очень хотела попробовать. Здесь идет один ярд, у продавца также есть и в других цветах. Такую ленту я уже использовала в своей работе. Советую всем приобрести такие перья, изделие с ней смотрится очень оригинально и необычно. Также я заказывала кружевных бабочек. У продавца есть черные и розовые. Такие бабочки я тоже использовала в своем мастер-классе. Изделие с ним тоже смотрится очень оригинально. Что я часто заказываю, так это стразы и холодной фиксации. Самые ходовые цвета – это синий и темно-синий цвет, ну а также прозрачные. Они у меня есть, и я их заказывать пока не стала. Камушки идут 6 мм, очень красиво переливаются. Стоят они недорого, заказываю я их очень часто. В упаковке идет по 288 штук. Дальше это репсовая лента с рисунком «Черные цветы на белом». Заказывала я ее давно, уже тоже делала мастер-класс. В упаковке идет 5 ярдов. И моя самая долгожданная посылка – это такие белые броши с подвесками. Такие броши придают оригинальности бантикам. Они очень богато смотрятся, даже самые простые.
Эти броши заказала маленькие. До этого я использовала побольше для галстуков. А такие больше подойдут бантикам. И последняя посылка в этом обзоре – это каниколон пепельного цвета. Коса очень толстая. Заказывала я ее для дочери. Захотела попробовать ей сделать большие косы. Но у некоторых рукодельниц я видела, что они такие каниколоны добавляют к бантикам. Как съемные, так и просто приклеивают. Очень тоже оригинально смотрится. Вот весь обзор моих посылочек. Надеюсь, они кому-то пригодятся и кто-то тоже захочет приобрести. Не забывайте подписываться на мой канал. До встречи в новых видео. Пока-пока.